парочку в этот трип, в эту нашу поездку, путешествие. Опа, кто-то что-то растерял. Аварийку включи. Нет, чтобы другие знали. Вот. В этот трип, в это путешествие у нас два новых штата в копилочку. Мы не были никогда в Вашингтоне и не были никогда в Айдахо. И теперь у нас два новых штата. Практически у нас осталось только Монтана и Северная и Южная Дакоты, да? Ну, и Аляску, и, конечно, и там Гавайи я не считаю. Потому что на Аляску нам нельзя, на Гавайи на траке не съездить. Получается, что у нас? Только это, да? Северная, Южная, Северная, Южная Дакоты и Монтана, и все. Еще Род-Айленд мы не были, но это маленький штат. Ну, там рядом мы были в этом, в Нью-Хэмпшир мы были. В Мэриленде. В Мэриленде разве не были? Были, ехали. Были. Были мы в Мэриленде. Получается, значит, 4 штата только осталось, да? Нет, я считал, 10 штатов оставалось. Получается, Вашингтон и Айдахо проехали, значит, 8 штатов остается. 8 штатов? 4 мы нашли, которых. Вот еще 4. Еще надо. 4 найти, да. Посмотрим на карту. Мне казалось, что мы уже все объездили. Но вот самый север мы еще не скоро, наверное, поедем, потому что следующие наши работы, следующие после отдыха, когда мы поедем раз, то вряд ли мы поедем на север, это уже до весны. Потому что на следующий, с 1 ноября уже там... Кстати, наши друзья в Айдахо живут. Сказали, что уже здесь снег обещают со следующей субботы, воскресенье. И ночью... Снег. Заморозки. Заморозки ночью и не только ночью. Со следующих выходных. То есть мы только-только успеваем как раз проехать в такую более-менее не сильно холодную погоду. Ну, всем привет, Айдахо. Айдахо. А где они в Айдахо живут? У Бойс. Бойс? Бойс. Вроде мы через него едем. Через него едем? Они нас в гости приглашали. Но мы не успеваем, потому что еще ремонтировались. Да, и стояли. Сейчас аппойтменты сдвигаются. Аппойтменты все сдвигаются, поэтому, друзьяшки, простите, мы очень хотели. Вот нам 70, да. Ура! Наконец-то мы вырвались из этих штатов, где по 55-60, 55-60. Траком можно 70 миль, обычным машинам 80. I love you, Айдахо! I love you! Зеркало назад, смог над землей. А да, ну через видео не видно. Уехали из Орегона, Вашингтона и едем теперь по Айдахо. А здесь еще, смотрите, лужаек зеленых полно, да? С трудно поверить, что... Вон, кстати, корову тоже из сена заготовили. Трудно поверить, что на следующей неделе здесь заморозки. Ну, наверное, Айдахо, этот штат тоже, ну, он разный. Есть и юг Айдахо, и север Айдахо. А вот смотри, мы только что выехали из Орегона. В Орегоне коровы ходят по полю, кушают. А здесь стойлах. Да. Ну, зависит от фермы. Хотя вон еще гуляющие коровы. А вот этих собрали. В общем, да. Может быть, не во всех. Ага, может быть, не во всех местах Айдахо будет заморозки к следующим выходным. Но вот в Бойсе сказали, что. Обещают заморозки уже. Но тут же еще зеленая травка есть. Но это насаждение вот это зеленое. Здесь что-то, смотри, распахали. Собрали и распахали поле. Вспахали. Вспахали. Я и сказала. Вспахали. О, смотри, желтый. Здесь уже осень. Надо где-то остановиться, все, возле 80 сфотографироваться, а то у всех есть фотографии.
месте красивом мы фотографировались. Это, где каньон, где мост над пропастью. Там такое красивое место. То есть Рестерия, и мы туда вниз пошли, а там просто пропасть такая, прям глубина. На видео не передалось, и на фото не сильно передалось. Но прямо так вот, подходишь, а там обрыв просто. И мост над этим обрывом. И закат ты еще как раз застали. Вообще класс. Под впечатлением снова поехали, такие довольные. А вы видели? Вот такой Dodge Charger. Лимузин. Розовый. С черной полосочкой. Гонческий. Но длинный. Почти целую ночь ехать. Из-за того, что мы на ремонт вставали, хоть незначительный ремонт, но мы там часа 2-3 потеряли. Да. Поэтому ехать. А вот у меня, кстати, прибытие. 3:18 ночи. Но мне еще нужно получасовой перерыв. Сейчас у меня на заправку перерыв. Сейчас дальше поеду. Потом нужно будет остановиться на Палагбуку на полчаса, на 30 минут. И получается уже где-то около 4. Прибытие будет. Сейчас 3:18, да? Где-то пол. Около 4. Потому что еще мало ли трафик, что там да как. Стекло было очень грязное стекло. Сейчас заправляемся, видите. А Виталик полбака только заправил. Видимо, не очень дешево. Вот. Будет дальше искать подешевле. Нормально. Нормально. Надо ехать. А то когда еду, я уже много раз говорила, и когда встречный эти, свет фар встречного движения, то вот эти вот все облепленные мухи, они прямо как заслонка, прямо вообще ничего не видно из-за них. Вот слепит. А когда их очень много, то как белая прям пелена. Вот эти очки для ночного вождения. Чтобы свет фар, ну, чтобы меньше глаза уставали от мелькания вот этих вот фар, там, каких-то этих таблоидов, там, я не знаю, светящихся полосок, фонарей, что в ночи, в темноте это все намного ярче воспринимается глазом, очень устают глаза, да, поэтому для ночного вождения вот такие желтые очки. На любом тракстопе они есть. У Виталика они узкие, а у меня вот так пошире. Так, по-моему, мы все, уже надо отъехать от самой заправки чуть-чуть. Нет, я выглянула. Оказывается, еще вставлено этот пистолет. Вставлен, но что-то уже, не знаю, ничего не заправляется. То есть как бы полбака, так и есть полбака. Сейчас Виталик придет, спрошу его. В принципе, вот это свободное
рядом, если что. Кто подъедет, здесь встанет. Вроде никому не мешаем, за нами никого. Вон Виталик идет. Баки не полные? Нет, половина. Выбило этот ключ, опустился, короче, и теперь надо по новой. А я вот подписчикам и говорю, странно, всего полбака, думаю, наверное, дорого. Кстати, не очень. Не очень дорого? Выбило, говорит, этот ключ. По новой нужно заправляться. Решил не заправляться. Вытаскивает. Нет, по новой сейчас будет. Ну ладно. Выйти, что ли, зарядку поделать, чтобы я уже умылась, сходила. Если что, у меня вот бутылочка стоит. Хорошо. Хочу сделать важное объявление. Такое срочное видео, можно сказать. Ну, срочное, не срочное, но просто те, у кого Atomy аккаунты были в России, и они заблокированы из-за того, что там не было в течение полугода никаких покупок, активности не было в аккаунте. Опять напомню, до этого говорила, сейчас в этом видео тоже напомню, что в других странах, во всех практически, в Европе на сайтах Atomy, в США, в общем-то, везде, где-то раз в год, не где-то, а раз в год нужно сделать покупку, неважно на какую сумму, хоть там одну зубную щетку вы купите, или там зубную пасту с прополисом, да, знаменитую, то этого уже достаточно, чтобы аккаунт, ну, чтобы видно было, что аккаунт активный, а не заброшенный. Вот. А в России раз в полгода, с недавнего времени, ну, видимо, на то были причины свои, не связаны там с каким-то, просто, может, с каким-то мошенничеством, я не знаю, ну, в общем, может, много липовых заявок было тоже, не могу сказать, но, видимо, на то были причины, раз в полгода, если нет покупок, они заблокированы этим. И вот ко мне обратилось несколько человек, говорит: Лена, а мы не можем зайти, мы хотели бы сделать покупки Atomy, там, трампыром, просто так получилось, что-то забегались, вот. И буквально вот на днях мы не восстановили, а по новой зарегистрировали, вот молодой человек обратился ко мне, и мы заново зарегистрировали его аккаунт, то есть ничего не потеряно. Если они у вас деактивированы, ну, заблокированы, обратитесь ко мне, напишите, вы же ко мне как-то обращались, значит, у вас остались это самое, либо мой Инстаграм, либо Фейсбук, где мы там с вами списывались, напишите мне, я вас заново зарегистрирую. Если вы еще хотите покупать продукцию Atomy корейскую, и так получилось, и вы расстроены, и не хотели бы, чтобы, ну, ваш аккаунт был заблокирован, а хотели бы пользоваться этим интернет-магазином и покупать, то ничего не потеряно еще, можно это сам. Единственное, если вы шли, например, вы хотели зарабатывать, там вот баллы, которые, ну, уже все, восстановить нельзя, а заново зарегистрировать, пожалуйста. Вот, просто как покупатель, например. Вот. Так что напишите, я вас это самое, по новой зарегистрирую, и будете покупать. Вот так вот мы сделали. Двоих я зарегистрировала на днях. Вот это хотела сказать, потому что тоже одна говорит: вот я типа, что это меня заблокировали. Ну, короче, так вот получилось. Если так у вас получилось и вы расстроены, то не расстраивайтесь. Зарегистрируемся еще раз. Ну все, пока-пока. Бай-бай.